Меня все слышно хорошо? Да. Слышно. Идет дождь, сразу же вспоминаешь белые ночи, Санкт-Петербург. Сегодня говорят у вас алые паруса. Но, тем не менее, хотелось бы поблагодарить всех организаторов, что дали возможность выступить с данной презентацией, с данным докладом. Я потихонечку хочу опустить всех с высоких таких серьезных научных исследований на землю нашим пациентам с позиции так называемой, что у нас сегодня любят, это трансляция, инновации, поэтому вот эти трансляции, инновации, они, вот эти наши исследования, они в каком-то мере должны так или иначе приносить практическую, здравоохранительную, практическую пользу. И вот все мои доклады на белых ночах, а я перед этим все их просмотрел, и могу сказать, что мы шли потихонечку к тому, чтобы сформировать вот какой-то единую такой скелет, единую рыбу, с надеждой на то, что в дальнейшем он будет обрастать мясом и давать нам хороший инструмент, нам, не только иммунологам, но и всем врачам, хороший инструмент для лечения больных этим тяжелым недугом, непосредственно онкологической патологии. Ну, слава богу, если раньше мы говорили, что онкологи должны быть стать иммунологами, наконец-то все онкологи стали иммунологами, они очень активно сейчас рассказывают нам про то, как иммунная система работает, что надо делать, чтобы иммунная система хорошо боролась с опухолями. И поэтому, ну, не вызывает сомнения, что проблема рака – это проблема, связанная с дисфункцией иммунной системы. Менее акцентировано внимание на то, что современные, любые и современные ранее методы терапии опухолевых заболеваний, они приводили к тому, что это было большое влияние на иммунную систему. И вот Надежда Викторовна сегодня коснулась этого вопроса, он замечательный вопрос, и он как раз вкладывается в то, что именно нам необходимо это понимать, что тяжелые операции – это одна из причин нарушения функции иммунной системы. Любая химия, лучевая терапия, иммуносегодняшняя иммунотерапия – это не что иное, как резкое вмешательство работы иммунной системы. И все это в конечном итоге понимают наши коллеги и другие специалисты. И теперь только ленивые не занимаются нормализацией работы иммунной системы и различными методами. Кто хочет, прыгает, кто хочет, питается, какие-то добавки добавляют. И это, с одной стороны, в этом виноваты и мы с вами. Почему? Потому что у нас нет до настоящего времени единых стандартных подходов для диагностики и лечения иммуноопосредованных заболеваний, иммуноопосредованных дисфункций. Вот этот слайд я уже сформировал 3 года и обязуюсь вам на всех своих презентациях его показывать, пока мы этот вопрос не решим. Вопрос, как оценить работу иммунной системы, как интерпретировать результаты исследований, какие препараты, в каком виде применять. Это все должны сформировать мы с вами и в нормальном, доступном языком донести это до наших коллег, клинических специалистов. Ну, начнем с того, что есть определенные особенности иммунопатогенеза рака. Они связаны с тем, что любое опухолевое заболевание – это так или иначе взаимодействие между иммунной системой и опухолью. И чаще всего это локальное взаимодействие, локальный воспалительный ответ. И поэтому не так много сейчас уделяется внимания опухолевому окружению, как это происходит взаимодействие. Но, тем не менее, это прежде всего реакция иммунной системы, это локальное
локальный ответ, локальное воспаление. При этом, если организм не ограничивается этим локальным воспалением, всегда в этой ситуации формируется системный воспалительный ответ с различными исходами как таковыми. При этом необходимо понимать, и уже разные коллеги на сегодняшний момент это подтверждают в клинической практике, что все патологические процессы накладываются на сегодняшний момент на различные варианты, так называемые эндотипы, иммунотипы иммунного ответа. Вот сегодня в последнем Lancet, Lancet Respiration, была замечательный обзор, замечательная статья, посвященная как раз эндотипированию при различных инфекционно-воспалительных заболеваниях, непосредственно выделение эндотипы, иммунотипы, вариантов иммунного ответа при сепсисе, при перитоните, при пневмонии, при ковиде. Аналогичные вот такие эндотипы, я о них докладывал на предыдущих лекциях, на предыдущих докладах в «Белых ночах», и мы с этим тоже сталкивались. Поэтому, исходя из этого, должно быть понимание, что мы лечим не рак, не стимулируем иммунную систему, мы лечим больного с определенной иммунопатологией. При этом применяется не только иммуноактивная терапия, используются все имеющие подходы к терапии. И иммунотропная терапия должна проводиться на основе именно иммунологического диагноза, и в данном случае не только иммунологического, но и иммунологического топического диагноза, с учетом системных и местных проявлений, с учетом развития толерантности или истощения иммунной системы. Все это мы изложили и, так скажем, сформировали в технологии, которая называется «Иммунологическое обеспечение онкологических больных». Она достаточно проста. То есть на первом этапе определяются не что иное, как клинические проявления иммунных нарушений, а любой пациент с онкопатологией – это есть иммунные нарушения. Проводятся, если не выявлен на первом этапе системный воспалительный ответ, проводятся иммунологические исследования. Если этого недостаточно, проводится топическая диагностика иммунных нарушений. И вот по алгоритму действия движение пациента подразумевает под собой создание в онкологических стационарах при оказании онкологической помощи обязательное присутствие иммунологов. Это, так скажем, не что иное, как сегодняшняя потребность, от которой мы, наверное, в ближайшее время не уйдем. Ну и далее, в зависимости от того, что мы диагностируем, то есть если это системный воспалительный ответ, то это совершенно не иммуностимулирующая терапия. Это чаще всего иммунотропно-системная депрессивная терапия с применением нестероидных и антигистаминных препаратов, применение массивной детоксикации, в некоторых случаях применение глюкокортикоидов. Обязательно, если это возможность, местное применение цитокина. На втором этапе подразумевается под собой уже системная иммунотропная терапия, при этом она может быть любой направленности, опять и депрессивная, и заместительная, и стимулирующая. Это все зависит от состояния иммунной системы данного пациента. И в дальнейшем это, с учетом топической диагностики, это иммунотропная таргетная терапия, это вот те препараты, в которые непосредственно воздействуют на определенные точки. Поэтому широкое применение иммунотропных препаратов для лечения непосредственно стимуляции Т-лимфоцитов, натуральных киллеров, других групп клеток против опухоли, по сути дела, это не что иное, не
терапия иммунологическая, а не онкологическая, она, да, она направлена против опухолевых клеток, но очень часто при неадекватном ее применении возможно осложнение, с чем сталкиваются сегодня в настоящее время онкологи. Теперь, сформировав данную технологию, мы попытались внедрять ее в государственные структуры и столкнулись с тем, что на сегодняшний момент нет единой иммунологической службы, нет подготовленных специалистов. Поэтому нам пришлось ничего другого не сделать, как попытаться продемонстрировать эффективность данной технологии непосредственно на базе частного центра. Мы создали частный центр рядом с онкодиспансером. Слава Богу, мы не завалились пациентами, потому что до настоящего времени онкологи относятся к нам с настороженностью. Они так понимают, что мы у них вроде как их хлеб отнимаем. Но тем не менее, за 2,5 года мы проанализировали всех пациентов, которые прошли у нас, прошли и до сих пор проходят вот так называемые данные клинические наблюдения. Понятно, что пациенты эти были совершенно разнообразные, разношерстные. В большинстве случаев, не в большинстве случаев, но практически 1/3 это было 1-2 посещения с позиции того, чтобы посмотреть, что это такое. И все люди ждут чуда на то, что получить сразу же хороший результат. Но тем не менее, подвергшиеся жесткой структуре, вот в исследовании мы проанализировали первый и второй этап. Во второй этап у нас прошло только всего лишь 41 человек. А на первом этапе 72 человека. Значит, вот первый этап. Диагностика, по сути дела, связанная с анализом клинических проявлений, анализом тех лабораторных исследований, которые делаются во всех случаях, во всех регионах, во всех больницах. Вот признаки системного воспалительного ответа мы выявили у 67 человек, то есть это, по сути дела, практически большинство, 93% случаев. Да, у многих были другая сопутствующая патология, пациенты все возрастные. Особенно это связано с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Очень часто это анемия, но с этим... Это постоянные показатели, с которыми сталкиваются все врачи, которые занимаются онкологией. И вот системный воспалительный ответ, как я уже и ранее представил, сказал, что помимо противовоспалительной терапии очень большое влияние имеет проведение детоксикации. И мы пришли к тому, что один из самых лучших препаратов, который обеспечивает именно тканевую детоксикацию, является наш отечественный препарат полиоксидоним, мы ему активно пользуемся, и в ближайшее время хотелось бы представить, в виде публикации его эффективность при как раз коррекции системного воспалительного ответа. Следующий этап – это иммунологические исследования и проведение иммунотропной терапии. Опять же, в большинстве случаев это комбинированные нарушения. Вы их тоже хорошо знаете, потому что здесь практически сталкиваетесь с этими пациентами. Но хотелось бы обратить внимание, что в 73% случаев мы получили хорошую эффективность от терапии. Что в основном мы применяли? Спасибо Андрею Семеновичу, он замечательный сделал доклад. Так вот, с учетом воздействия на различные звенья иммунитета, выявленных нарушений, мы в основном применяли цитокины. Применение с учетом изучения и дальнейшего наблюдения иммунологических показателей. Ну и следующий этап. К сожалению, я не могу похвастаться тем, что эти препараты мы применяем. Их применяют сегодня. Мы не планируем их применение, потому что, с одной стороны, они достаточно у нас
дорогие, с другой стороны, они активно пользуются в практическом здравоохранении, поэтому на сегодняшний момент я только хочу представить, что в основном у пациентов выявлены комбинированные нарушения иммунной системы. Вот обратите внимание, требуются различные, вот эти, различные варианты сочетания нарушений со стороны различных показателей. Моноциты с Б-лимфоцитами, с НК, с нейтрофилами, практически всегда мы можем выявить более детально какие-то нарушения. И именно вот будущее, вероятнее всего, за тем, что мы в конечном итоге поймем, на какие звенья иммунитета мы можем действовать, и это будет не только ингибитор ПД-рецепторов, но вот практика показала COVID-19 и ингибитор интерлейкина-6 сегодня самый лучший препарат для лечения COVID-инфекции. Ну, опять же, хотелось бы отметить, что это в период, наверное, острой реакции, в период цитокинового шторма. А вот уже отдаленные последствия, когда формируются иммунодефициты, там, конечно, уже эти препараты нет смысла применять. Ну и, извините за... Это первый мой опыт с построением кривых выживаемости наших пациентов. Хотел бы обратить внимание, что вот кривые выживания пациентов под наблюдением у нас без метастазов достаточно высокий, ну и я по большому счету, наверное, этим горжусь. И у нас часто такие клинические примеры бывают, что там мои пациенты, которые приходят, которые мы вот уже знакомы по 2,5-3 года, и они ко мне приходят, и обращаем внимание я на то, что, ой, а что это, вот третий год-то человек ходит, ему обещали полгода жизни. Но тем не менее, вот мы это все осуществили, пожалуйста, это наш коллектив, с которым мы работаем. Спасибо за внимание.